Парк Малевича и Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха Ларисы Лазутиной станут площадками олимпийских сезонов с 5 по 20 февраля. Следить за успехами сборной России на Олимпиаде можно будет в специальной фан-зоне, оборудованной большим экраном. Любой посетитель во время отдыха на свежем воздухе сможет поболеть за российскую олимпийскую сборную и подмосковных спортсменов, а также принять участие в тематических мероприятиях. Проект реализуется в рамках программы губернатора Московской области «Зима в Подмосковье».